Наши мобильные репортеры тоже побывали сегодня на последних звонках в видновских школах. Четвертую школу в этом году оканчивают 32 ученика. У каждого за плечами большая школьная жизнь, годы труда, интересных встреч, ярких впечатлений. Мамы выпускников приготовили для ребят поздравительный номер. А в школе номер 9 в этом году два выпускных класса. Ребята, их родители и учителя, которые все 11 лет шли рука об руку со своими учениками, едва смогли уместиться в актовом зале, где проходило торжественное мероприятие. Слезы радости и грусти, букеты цветов – все это запомнится каждому выпускнику. И школа запомнит их умных, веселых, любимых учеников. В этом году последний звонок прозвенел почти для 2000 выпускников Ленинского района.